портфель Анета написан кодик, то есть если вы его перепишете, кто только начинает играть, то вы получите приз, если я не ошибаюсь, 5000 меда. До сих пор задаешься вопросом, где купить топовый аккаунт без фарм-симулятора, а к тому же еще с огромной суммой робуксов на балансе, которую ты можешь потратить в любой игре и в любую игру задонатить, тогда тебе именно сюда. Переходи и покупай. За эту группу я полностью тебе отвечаю, потому что эта группа уже работает больше 2 лет. А это значит, группа полностью честная. Ну а что ж, погнали к ролику. И всем привет, дорогие друзья, с вами Котик Попов на связи, и сегодня у нас выходит новый замечательный, очень крутой видеоролик, а главное, очень информативный. Так что перед началом этого ролика не забудь поставить лайк, подписаться на канал с колокольчиком, ну и также отвечай на часто задаваемый твой вопрос. Костя, как же попасть к тебе в друзья? Тогда отвечаю, вам нужно описать мой прошлый ролик, о чем я там рассказывал, что я там делал, ну и в конце указать свой ник в Роблоксе, чтоб я добавил тебя в друзья. Ну что ж, погнали к ролику. Но перед началом этого ролика я бы хотел, ребят, вас попросить, чтобы мы набрали под этим видео, ну давайте наберем лайков 234. Как только набираем 234 лайка, так сразу выпускаю новый, а замечательный и очень замечательный видосик. Очень прекрасный. Ну что ж, погнали к ролику. В общем, ребят, сегодня я бы хотел ответить на ваш вопрос, который вы задавали мне, наверное, около 15 дней назад. То есть, прям говорили: Костя, когда выйдут коды? Почему, Костя, коды не работают? Помните, я снимал ролик, даже 2 ролика, которые набрали очень много просмотров, и реально, действительно, большинство кодов перестали работать. Отвечаю сегодня на эти вопросы. Почему так случилось? По какой причине множество кодов просто не работает? Давайте же отвечу на этот вопрос. Как вы знаете, симуляторы пчеловода очень-очень много лет, больше 4 лет, а именно игре 5 лет. Так что, как бы, вы понимаете, насколько это старая игра. И когда эти коды выходили, которые вы там... Кстати, множество изначальных кодов, которые вот эти кок был... Потом кодик, который изображен на портфеле Анета, который я вам сейчас курсором показываю, который именно вон там находится на спине. Кто не знал, там реально есть секретка, там на спине портфеля Анета написан кодик. То есть, если вы его перепишете, кто только начинает играть, то вы получите приз, если я не ошибаюсь, 5000 меда. Ну, в общем, почему коды перестают работать? В общем, кто не знает, у кодов есть время действия. То есть, Анет, когда создавал эти коды, он на них указал там время, ну там, будут доступны 3-4 года. То есть, он указал просто время. Некоторые коды он может просто увеличить на них время существования, после чего он может, в принципе, и убрать это время. Но множество кодов, они пропадают из-за того, что на кодах просто уже истек срок действия. То есть вот такая вот тема, ребят. Пока кодов никаких нету, не знаю, то, что во второй части Бисмоса будет еще новые кодики, я в этом уверен. Вот один кодик точно 100%, вот прям будет. А большинство кодов, блин, я даже не знаю, что вам, ребят, на это сказать. Да, действительно, много кодов уже не работает. Это, если честно, обидно, потому что новички, которые начинают в эту игру играть, если что, ссылочка в описании на игрушечку, кто не знает, во что я играю. Это есть еще симулятор пчеловода, ну, в общем, как-то так. Так что, ребят, не обижайтесь. Если нужно, сделаю обязательно вам ролик, создам просто твинк-аккаунт какой-нибудь нуба и буду просто там прописывать все коды, которые работают. Если вы действительно хотите такой ролик, то я обязательно его сделаю. Не обижайтесь на меня, кто смотрел мои прошлые 2 ролика, там действительно некоторые коды, даже большинство, там большинство кодов работает, но некоторые уже такие прям жесткие коды, они уже не работают, потому что на них просто истек срок действия. Теперь они, да, не работают. Это обидно, если честно, ребят, раньше были крутые коды. Я их, кстати, все прописывал, со всеми ими фармился. Ну, вот так вот бывает, ребят. Ну, ничего, главное не обижаться, потому что Анет будет, я уверен, то, что и летом еще у нас будут коды, потому что Анет же не сможет каждый месяц игру обновлять. Хотя раньше как-то мог обновлять. Сейчас всего очень много, поэтому Анет обновляет игру, можно так сказать, раз в год. Ну, иногда бывает в полгода, но вот как мы видим в последние
Года, последние года, то у нас обнова выходит раз в 9 месяцев, раз в 11 месяцев, то есть раз в год выходит, это, если честно, обидно, но, блин, они выходят очень крутыми, и, кстати, вторая часть Бисмоса, ребят, уже на носу у нас, как вы знаете, и надо мне уже подключаться к фарму, не знаю, ребят, напишите в комментариях, будет ли вам нравиться ролики, если я буду снимать ролики, как я буду, в принципе, что-нибудь покупать, потому что вот это 31 день, все, с сегодняшнего дня я продолжаю начинать фармить, буду опять же фармить на 19 уровень пчел. Также что мне еще, ребят, и нужно, мне нужно еще купить топовую палку, то есть синюю топовую палочку самую, Tide Popper. Также что я еще, ребят, не купил вот этот пак за 50, ну, где 50 супер смузи за 500 джинджербредов, поэтому я буду его совсем скоро покупать, а именно скоро это когда, я точно сказать вам не могу, но я обязан и должен это успеть. У меня на данный момент 233 джинджербреда, нужно обязательно это будет выполнять. Ну, в принципе, получилось такое вот видео, так что, ребят, ответил на ваш вопрос. Если хотите все-таки реально видео, чтобы я вам прям заснял на твинке, как я буду прописывать все коды, конечно же, после этого я оставлю там в описании ссылку вам на эти все коды или что-то такое. Ну, зато мы будем знать, какие коды именно работают. Но я уверен, что четверть кодов точно работают. То есть, как-то так. На связи был Котик Попов. Всем огромное спасибо за просмотр. Оставайся добрым, будь мудрым. Но завтра мы увидимся на новом, замечательном и очень интересном ролике. И также, ребят, не забывайте подписываться в мой телеграм-канал. Есть, что он называется, Костя Попов. Он, если что, есть в закрепленном комментарии. Так что все присоединяйтесь. Также в описании он есть. Потому что там я буду проводить конкурсы уже скоро, или, возможно, конкурсы уже сейчас, смотря когда вы смотрите этот видеоролик. Ну, в общем, присоединяйтесь, можете там выиграть множество подарков. Но, наверное, первое, что буду я разыгрывать, ребята, я буду разыгрывать Берби. Очень хочу вам ее разыграть, потому что все просили, все хотят ее. В принципе, как-то так. Если что, ссылочка в закрепленном комментарии на мой телеграм-канал, называется Костя Попов. Все, всем пока-пока.